В городе Покровске Хангаласского района открыли детскую площадку. Создание новой зоны для отдыха детей инициировали активисты общественной организации «Союз Хангалас», рассказывает Виолетта Засимова. Площадку отстроили между домами 20 и 22 по улице Орджоникидзе. Теперь детишки со всей округи смогут погонять мяч на специальном поле, полазить по причудливым конструкциям и слепить фигуры из песка. Такую радость детям подарили члены общественной организации «Союз Хангалас», деятельность которой направлена на содействие развитию гражданского общества. В спортивных играх намсах наши детские дети занимали почти последние места в многих играх. Поэтому мы решили все-таки детский спорт развивать. Кто-то привозил, вот, техникой помогал, кто-то отсыпку делал, металл. Вот так. Всего где-то сметная стоимость около 800 тысяч, наверное. Из них вот 80 тысяч жителей, остальные, можно сказать, члены Союза. Ну и не члены Союза тоже, которые мы вот просто разговариваем с некоторыми людьми, предпринимателями нашими, они помогают. Например, по себестоимости дают, скидку делают, ну и так далее. В день открытия детской спортивной площадки было объявлено о проведении состязаний по подтягиванию и прыжкам в длину для взрослых и детей. Главный приз – спортивный велосипед – достался Гаврилу Дьяконову. Я прочитал ВКонтакте, там утром вышло этот, как, объявление, ну я решил попробовать. Нет, с друзьями. Ну, подтягивание первое место, 18 раз потянулся, а на прыжках четвертое место. А ты тут часто бываешь в этом районе? Нет, я первый раз решил посмотреть. Хорошая площадка для детей. Это первая из 5 запланированных площадок для детского отдыха, которые должны вскоре появиться в таких населенных пунктах района, как Едяй, Булгуняхтах, Тит-Эбе и Ой. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.